Всем привет. Привет. Мы на канале Тиамазия. Мы встретились. Лиляси Фэмили. Мы сегодня встретились, познакомились с нашими друзьями, которых мы пока не видели вживую. Да. Это канал Лили, Асель Фэмили. Ну давай представляй, кто? Это кто? Лили. Это Лили. Фэмили. А это? Айсель. А кто там? А это кто? Анар. Вот нам было интересно, как вы узнали наш канал. Спасибо. Мы тоже, когда увидели ваш канал, нам понравилось, так как там и его привлекло внимание нашего тиамранчика, что... Мы сейчас посмотрели, как мы с ней. Как забыл, за какое... Грузия? Да. Да. Как нет? Ты в Турции был и в Грузии был? Вижу сам. Это Грузия. Да, в Трабзоне, да? Да, в Трабзоне. Мы с Баку поехали прямо до Трабзона. Так что мы тоже нашли ваш канал у себя в списке. Мы открыли, увидели, что это с Азербайджана, так как в то время, когда к нам подписывались, большинство, 99% было русских подписчиков. И когда увидели ваш канал, если честно, мы очень обрадовались, что нас смотрят азербайджанцы. Нам было очень приятно, и мы начали наблюдать за вами. Куда вы едете, чем занимаетесь? У нас нет, у нас большинство, так как у нас на русском все. У нас большинство аудитории русскоязычные из России, Украины и, как ни странно, с Казахстана. Как они попали к нам, мы тоже не знаем. Не замечаю, в комментариях вам пишут знакомые лица, скажем так. Они на нас тоже подписаны, поэтому вот так. В Ютубе, знаете, что интересно? То, что они такую платформу создали, что там идет круг. Если я подписываюсь на вас, ваши подписчики как-то выходят на моих подписчиков. Через комментарии, да. К большому сожалению, большинство из них было те, которые ради подписки заходили, потом постепенно уходили. Я одно время брал и проверял, кто остался, кто ушел. И скоро я выставлю видео полноценное. Да, я сразу отказываюсь от тех, и я призываю всех к честной подписке, так как одно время YouTube удалил всех наших подписчиков. И мы открыли канал, было ноль. Ему было очень неприятно. Это же какой-то баг был, мы не знаем. И заново с нуля у нас получилось собрать всех. Но он стесняется пока активно участвовать. Любишь сниматься? Да. Он начал говорить на Азербайджане. Он вообще начал говорить очень поздно. Почти 3,5 годика ему было, когда он вообще не говорил. Но... Слава Богу, заговорил. И так как смотрит YouTube на русском, на английском, он немного путает при составлении предложений. Но сейчас только-только он начинает учить грамматику. Русский сектор. Не дай Бог, у нас все получится. Привет, Эльза. Эльза. Потом кому? У нас есть подписчица Эльза. У нее нету в Ютубе, но она наша подписчица. У нее нету видео, просто она создала канал, чтобы подписаться. У нас было совместное видео, кажется. Вы помните это? Да. Мы ехали... Да. Мы ехали с ней в аквапарк с ее семьей.
Ну все, Кемран, покушай и пойдем в Zoom. Сейчас смотрю. Садись и вообще я что делаю. Угу. А ты? Она ртает. Ah!
туда-сюда. Сюда в шарики прыгай. Давай спрячься. Идут, идут. А что ты боишься? Сюда, смотри, смотри, смотри. Куда ты? Смотри. Идите на горку. Вы все на разные горки идите, а на тот. Подожди, Ася, не скатывайся. Не скатывайся. Она рыться тоже. Давайте, ага, да скажу три. Вы бежите. Раз, два, три. Она расстался там. Мы на тебе подарок купили. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Здорово. Покажи, что. Покажи, что это. Вау! Это челлендж. Вот это челлендж. Вот это да. Все, маме теперь это делать. Есть чем заняться. Довольный? Ну все, пока. Пока, колонка. Все, мы здесь. Мы здесь. И мы куда идем? Мы идем. Здесь Лейла Сиф. Где Лейла Сиф? Где? Я не понимаю, где Лейла Сиф? Где? Иди сюда! А ты вообще где? По ту? Ладно, я иду по турам. Ладно, первый. Давай, у меня челлендж. Под лава! Под лава! Под лава! Все, я все. Я тоже все. Я здесь богата. Под лава! Ты умираешь! Ты умираешь! Ты умираешь! Лава тебя дает! Прыгай! Луна дает! Прыгай! Прыгай! И беги в воду! Ай! Вот и лава идет! Иди! Ты меня висаешь! Ох, меня висаешь!
зависаешь. Да. Это надо сюда. Магнит, да? Бери шарик. Бери шарик. Ну, я помогу. А нардает? Вот мама красная, смотри, здесь красная, и можно на это красное, а можно вот сюда. А я два иду, Два штучка. Сейчас, подождите, я куда иду? Ну, это давай идем. Подождите, подождите секундочку. Во, это лава! Вот и лава! Вот и лава! Я все, я здесь! Вот и лава! Я здесь! Вот и лава! Я здесь! Молодина! Вот и лава! Ты умер! Чуть-чуть покататься. Нет, там не можно. Не делай. Идем сюда. Вот, как червяк. Посмотрите, я куда иду. На плокс, плокс. Куда, куда? Пеленики, так, дайте лаву. Вот лава. Беги, беги. Вот лава. Вода лава! Стреляй! Лава тебя стреляет! Ты умер! А ты до сих пор снимаешь? Да. Нет, я не снимаю вообще! А, нет, снимаю! Я уже снимаю видео. Я могу. Фу. Я не понимал, что я не могу. Да, я просто вскочил. Мама, смотри, я воды хочу. А я не хочу. Мам, воды. Я тоже хочу, да. Открывай дверь. Айсель, хочешь нам там бьете? Хочу я. Это твоя? Нет. Какого цвета твоя? Черная. Сейчас я покажу.